Сектор Газа утром 10 июля. Следы ракетного обстрела со стороны Израиля. По данным израильских ВВС, только за последнюю ночь были атакованы более 320 целей в секторе Газа. Это ответ на обстрелы со стороны Хамас. Но проблема в том, что жертвами становится и мирное население. Город Хан-Юнис. Ракета попала в это кафе, когда несколько палестинцев смотрели чемпионат мира по футболу. В результате 9 человек погибли, 15 получили ранения. А это уже Израиль. На юге страны жители стараются по возможности не покидать свои дома. Детские сады и лагеря отдыха закрыты. Эти дети проводят весь день в бомбоубежище. Ситуация сейчас не очень. В первой половине дня время пролетело быстро. Мы смогли занять детей играми в этом бомбоубежище. Хамас и другие радикальные палестинские группировки выпустили по югу Израиля около 300 ракет, в том числе 9 в ночь на 10 июля. Уже несколько ракет, выпущенных со стороны сектора Газа, были перехвачены израильской противоракетной обороной в небе над Тель-Авивом. Хамас постоянно пытается атаковать мирное население в мегаполисах. Это неприемлемо и невыносимо. Армия обороны Израиля наносит удары по целям Хамас, чтобы предотвратить эту ситуацию. Израиль призовет в ближайшее время около 40 тысяч резервистов. Похоже, конфликтующие стороны не намерены уступать друг другу.